Эвери нравилось действовать большим размахом. Ну, деньги же были. Так чего стесняться? Ну, как, по-твоему, можно это назвать самым хитроумным лабиринтом? В общем, да. Пойдем, посмотрим. Надо же. Ход завален обломками. Опять. Наверное, строители не заложили в расчеты много веков эрозии породы. Точно. Ищем обходной путь. Эй, Сэм, давай, помоги мне. Ага. Ну, пролезай. Спасибо. Да ладно. Что-то много мы таскаем тяжести и ползаем по земле. Вот она, охота за сокровищами. Как думаешь, что здесь было? Своды напоминают собор святого Дисмоса, но не знаю. Как они это построили? О, там веревочный мост. Давай. Посмотри, что там есть. Ладно. Ну? Тут есть тропа. Но непонятно, как забраться наверх. Погоди. Да! Ты живой? Я хотя бы перебрался. Так, теперь надо с тобой как-то решить. Подожди. Сэм, ну что там? Сэм, эй! Ты там? Приехали. Ну, что мы имеем? Я разрушил свой брак, поссорился с лучшим другом, на хвосте два психа с целой армией, а теперь и брат мой пропал. Хорошо, хоть я один, и некому сказать мне, какой я придурок. Тебя поднять. Ладно, прыгай сюда. Спасибо. Все нормально? Лучше некуда. Идем дальше. Ладно. Да, я пытался там пройти, но не нашел как. Какая искусная работа. Классный вид. Ты меня не слышал? Когда? Тогда. Я тебя звал. Я не слышал. А что, ты волновался? Ну да, ты же весь в своих мыслях. Ах, это я в своих мыслях? Ты на что намекаешь? Ни на что. Идем? Да, идем.
есть тропа! Супер, сейчас приду. Сюда! Понял. Отлично. Мы на правильном пути. Когда мы жили в приюте, ты думал о том, что мы так будем отжигать? Нет, не думал. Это почти самый большой резервуар на моем веку. А где был самый большой? Я потом расскажу. Давай спустимся. Сэм, вот здесь обойди. На тебе! Здорово! Все в порядке? Да, все круто. О, это еще что? Тут припасы. Инструменты, семена. Провизия с давно истекшим сроком годности. Да. Чертежи. Они все выцвели. Сэм, посмотри. Тут знаки пиратских капитанов. Все собрались вокруг Эвери. Сэм, смотри, диорама. А это городская улица. И они все это построили? От них не знаешь, чего ожидать. Прекрасная работа.
Сэм, смотри. Может, они задумали построить тематический парк? Пиратский остров. Корабль Эвери. Великолепный. Атакует Ганг и Савай. С этого все началось. Эвери и Тью вершат суд над своими. Похоже, они тут пишут кодекс правил. Биль о пиратских правах. Нейт, это же история основания Либерталии. Так что это за место? Нет-нет-нет. Так или иначе, мы туда войдем. Поднимем вместе, хорошо? Ага. Тяжело. Ты просто думай о сокровище. Ага, а я пока думаю о спине. Черт. Ого. Очередное испытание. Похоже на то. Ну, давай посмотрим. Ничего себе. Ага, они вращают силу. Это поможет.
чем начатое, а? Теперь на них должен упасть. Есть! Так, начинается. Кто тут у нас? Посмотрим. Джозеф Фаррелл, Уильям Мейс, Тарик бин Малик и Кристофер Кондор. 8 из 12. Тоже что-то добычу искать.
Надо засечь, насколько они отстают. Последние в списке – Ричард Вон, Эдвард Пинкленд и Томас Тир. Сэм, смотри, похоже нам туда. Погоди, тут всего 11 пиратов. Не хватает главного пирата. Угу, это странно. Попробуем. Куда теперь? Ни хрена себе. Ну вот и статуя Эмери. Знаешь, сдается мне, капитан Эмери страдал нарциссизмом. Думаешь? Да. Посмотрим, что он нам приготовил. Долго падает. Скажи, только честно, как тебе все это по сравнению с другими приключениями? Я тебе потом расскажу. Не сорваться, не сорваться! Удержался. Класс. Все, спускайся. Лодка там. После вас, капитан. Гигантской статуей Эвери справа. Я так волнуюсь, что у меня прямо руки трясутся. Да, понимаю тебя. Ну или просто мне покурить нужно. Короче, и то, и другое. У него подзорная труба, но он не смотрит. Может, нам посмотреть? Остров сокровищ. Сэм, нет. Уступлю тебе право. Давай, Найт. Ладно. Ну-ка. Так, капитан, на что же мы смотрим? Вот. Ну, большой остров в форме черепа?
Просто остров. Без черепа. Она здесь. Либерталия. Знаешь, меня поражает твой оптимизм. Кроме нас тут никого нет. Но почему бы не разрешить себе хоть немного порадоваться? Порадуюсь, когда откупим тебя от Алькасара. Пошли. Ладно. Что? Ладно, ладно. Ну нет, эти твои «ладно» всегда означают не «ладно», а совсем наоборот. Это наш рейв? А кто ж еще? О, черт.